Доброго ранку! Сьогодні ми розпочинаємо цикл випусків по самообороні. Навчить нас цьому інструктор з Крав Мага Ігор Конвішер. Здравствуйте! Ми сьогодні з вами розглянемо ситуацію нападення і відйому сумки, і защити при этом. Итак, достаточно типичная уличная ситуация. Девушка проходит по улице с сумкой, на нее нападают с попыткой эту сумку отобрать. Как мы действуем? Нападающий хватает сумку, тянет. Мы хватаемся рукой за руку. Я тяну. Вика наносит мне удар в подбородок. Удар ногой в пах. Сверху добивает кулаком по шее. Отталкивает нападающего и отходит назад. После чего разворачивается и убегает. Удар. Удар ногой. Оттолкнули, отошли. Мы сегодня с вами рассмотрели одну из типичных ситуаций уличного нападения. Надеемся, наш урок был для вас полезен. И теперь вы будете знать, как поступать в соответствующей ситуации, как отбиться от уличного нападения. А новый день вам бажає не потрапляти до таких ситуацій і до наступних зустрічей.